Предзакатные полеты парапланеристов на Чкаловской лестнице привлекли внимание восторженных от увиденного прохожих вечером 10 апреля. Нижегородцы с любопытством следили, как любители этого необычного увлечения ловили потоки ветра и взмывали в небо. Как ветер? Могуч, гоняет, стоит луч. А вы просто так летаете, или это чему-то посвящено? Нет, просто так, для себя. Хобби. Парапланеристы чем-то сродни кочевникам. Сегодня они летают здесь, а завтра ищи их в другом месте. Сегодня северный ветер. Здесь, на этом склоне. На юго-западе, в Швейцарии. То есть от ветра зависит? Конечно, направление. Ветер склон ударяется, у нас вверх. Кстати, парапланеризм не самый дорогой хобби. Средняя стоимость крыла составляет от 15 до 20 тысяч рублей. Зато восторг от полета с лихвой покрывает эти расходы.